Приветствую, друзья. Вот тут решил здесь забор себе сделать. 40 метров у меня забор будет. Я хотел показать вам, как я его делаю. Вот тут треугольниками. Вот так связывается арматура. 12-я. Это внизу будет у меня в бетоне. И еще сверху следующий бетон, высоту которого пойдет, в нем тоже пойдет вот так треугольник, как бы внизу и вверху, чтобы был. Вот так связывается каждый треугольник. Видите, вот так. И каждые 4 метра у меня вот такие метровые столбики будут стоять для жесткости. От земли чуть-чуть поднимаем еще арматуру. Так, кирпичики подкладываем, чтобы бетон еще снизу был. Вот, и вот так сейчас бетон привезут и зальем его сюда. Вот так, видите? Глубина здесь 50 сантиметров. И вот так дальше он уйдет. Еще вот эти подготовили для столбиков. Вот арматура. В каждые 4 метра будут вертикально вставляться вот эти столбики. Трехметровые. Так, процесс идет. Заливаем бетон. Все, и потихоньку заливается. Вот так залили нижнюю часть и поставили вот так под столбы арматуры, где каждый столбик вот так арматура стоит, каждые 4 метра. Так, работа идет, арматуру связали уже практически, вот так верхний слой. Осталось вон там чуть-чуть. Видите, здесь у меня под метр с лишним уходит высота. А там я сделал 30 сантиметров высота в начале. Иначе слишком большой фундамент получался. Но для забора, думаю, достаточно. И вот опаловку уже подготовили. Сейчас выставим опаловку и зальем это. Маленький бонус, смотрите, вот в прошлом году посадил черешню. И уже тут, что у нас, появились бусинки. Ну, короче, опаловку поставили полностью. Смазали маслом, чтобы снималось легче. И вот эта леска, видите, вот эта, она по уровню стоит. И она дальше на подъем идет, чтобы легче было контролировать, сколько заливать сюда бетона. По леске заливается, и все. Все вот такие системы. Вот опаловку сняли, друзья. Вот такая красота получилась. Вот так он пошел. Ну, тут Рыжик даже. Да, Рыжик? Доволен бетоном? Говорит, доволен. Да, Рыжик? Все, вот такая тема. Все, друзья, опаловку увозят. Фундамент готов. Сейчас будем кладку делать. Кирпич ложить. Блоки. Вот так, короче, укладывается теперь блок. Для начала где-то рядов 10-11 сделаем, посмотрим. Так, леской. И по леске пошли. Вот тут потом будем заливать вот эти столбики. Так, по 3 сантиметра оставили по краям, чтобы арматура тоже в бетоне была.
И потом сверху еще пояс залью. Вот кладка у нас идет. Один к трем песок и три ведра песка. Одно ведро цемента. И вот тут высококвалифицированные специалисты работают. Ахмед. Как по лезвию, точно один. Привет передавай. Работа будет кладка, бетон заливаем. Все? Все, вот. Старший прораб Магомед, хороший парень. Сейчас будут заливать, короче, потом вот эти столбики. Вот так остается промежуток между ними. Вот по нитке ровно-ровно делается. Вот так, короче. Я думаю, достаточно этих 10 рядов. Еще сверху будет идти пояс. Тоже там арматура, три арматуры и как бы нормальная высота здесь. Я сколько, 1,86 м, я вот дохожу вот до этого 2 метра, 2,5 метра высота, короче. Все, друзья, закончили забор делать. Вот так столбы залили. Вот такая тема пошла. Все, и вот так он у нас ровненько пошел. Вот как-то так. Еще осталось арматуру, вот вывели специально, чтобы еще пояс сверху залить. Тоже вот таким, такой ширины, где-то 20-30 сантиметров высотой еще его залить сверху полностью. И все.